Привет всем! Вы на канале Valery Life. Сегодня планировалось, что видео начнется вот так. Привет всем! Вы на канале Valery Life. Сегодня первый день распродажи L'Oréal. Поэтому я вам предлагаю проехаться со мной. Поехали! Но, к сожалению, подъехав к месту, где проходит распродажа L'Oréal, я увидела такую очередь, которую не видела никогда в жизни. А это мой четвертый визит. И, девочки, поверьте, мне расхотелось вообще любые визиты на подобные распродажи. Но, коль я уже здесь, я решила заехать в Ике. Мы поедем сейчас там позавтракаем, погуляем по магазину. И, возможно, заедем еще на распродажу L'Oréal. А пока Икея. Или, как я называю ее, Икеа. Пойдемте. В Икеа есть вот такой, назовем это, семейный туалет. Куда можно заехать коляской. Туалет, ну, просто огромный. Кресло для кормления малыша. Пеленальный столик. Даже памперсы, представляете? И все это бесплатно. Я, кстати, не знала. Посещение этого магазина мы всегда начинаем с кафетерия. Сегодня я возьму детский завтрак, который стоит $1.99. В него входит порция жареного картофеля, омлета и небольшие сосиски, а также небольшая пачка сока. А себе я возьму кофе и маффин. Кофе наливаешь себе самостоятельно, и наливать можно ровно столько, сколько хочется. Но мне обычно достаточно и одной чашки. Закончив трапезничать, мы решили пройтись по магазину. Так как это внеплановый визит, то, конечно, покупать нам тут особо нечего. Но я хочу посмотреть подвесные горшки для цветов. Ну и, наверное, все. А там, может быть, еще что-то попадется под руку. Я очень люблю организацию этого магазина, что все можно посмотреть. Трогать, на все можно полежать, пощупать. Для меня, как для покупателя, это, ну, немаловажный аспект. Но, честно говоря, отдать должное маркетологам, настолько запутанный магазин, что несколько раз я пыталась вроде бы как сократить расстояние и идти не по стрелкам, а на перерез. И все время блуждала и кружила на одном и том же месте. Поэтому, как ни крути, но придется пройтись по всем стрелкам. Компания IKEA имеет шведские корни и поддерживает имидж шведской компании во всех маркетинговых коммуникациях. Она основана в 1943 году в Швеции Ингваром Капрадом. Название IKEA является акронимом, то есть аббревиатурой, и расшифровывается как
Ингвар Кампрат Эльтарюд Агюнарюд, то есть имя и фамилия основателя и название фермы Эльтарюд в приходе Агюнарюд, где он родился. По всему миру, точнее в 48 странах, расположено 392 магазина. Наконец-то мы добрались до детского отдела, где прикупили малышу мягкий мячик, который ему очень понравился, и спустились на нижний этаж, где находится склад, ну и, конечно, кассы. Там я и нашла свои горшочки, которые так давно искала. Ну вот мы попили-поели, прогулялись по Оке, купили кое-какую мелочевку и сейчас планируем еще раз заехать на распродажу Лореаль и, возможно, я все-таки сниму сегодня видео под названием «Первый день распродажи Лореаль». Ну а если нет, тогда я буду с вами прощаться и до новых видео, а распродажу сниму как-нибудь в другой раз. Все, всем пока!